Эфесский собор. Но здесь, на Эфесском соборе, там была сплошная политика. Значит, настолько Кирилл Александрийский был раздражен взглядами Нестория, что собор начал, он запоздал к Нестории, пока он плыл на корабле из Антиохии. В общем, без него начали собор, без Нестория его отлучили, нет, не отлучили, сначала его, ну как-то, его звание сняли. Да, лишили его, специально какое-то слово есть. В общем, его и растригли, и отлучили, и арестовать были готовы. В общем, когда Несторий приехал, все это уже завершилось. Его же никто не слушал. Понимаете ли? И дальше получается интереснейшая линия. Несторианцы, спасая свои жизни, бежали. А бежали они, но карты нету. Монголия, представляете, где Монголия, Китай, север Монголии. Они осели там. И монгольские племена приняли христианство в несторианской форме. Собор, он фактически эфесский. Да все вопросы были поставлены, а решение-то не найдено в 431 году, да? И только когда уже там будут еще промежуточные соборы, и только когда возникнет вопрос прямой, вот это вот, когда запрут делегатов, чтобы они сформулировали. Значит, Лев I – это знаменитый великий папа. В чем было его величие? Это то, что он написал, это не есть кредо, это есть определение или орос, но определение. Он подошел ко всей проблеме не с точки зрения, как там внутри Сына Божьего, как у него внутри сочетается божественное и человеческое. Вы понимаете ли? Ну как мы можем заглянуть в эту тайну и решить, что там в душе Христа происходит? Он подошел со стороны человеческой нужды, что человеку нужен Спаситель. Он человек, который должен быть Богом, чтобы спасти, и который должен быть человеком. Вы понимаете ли, думали ли вы когда-нибудь, как важно, что Христос был человеком? Потому что кто пал при искушении там, в Эдеме? Человек. Кто должен победить сатану? Человек. Среди людей таких нету. Христос, как человек, победил сатану. А мы с вами, вы подумайте, мы как род человеческий, вы помните, как израильтяне выдвинули Давида, чтобы он воевал с Голиафом? Это вообще практика такая была. Выдвигает армия какого-то борца, а другая армия выдвигает своего, и они борются, а победа принадлежит тому, кто победит. Да? Вот что-то в этом роде. То есть мы, как наши, ну, не знаю, народ, армия, люди, мы выдвинули Иисуса Христа, который победил. И его победа принадлежит нам. По праву. Вы только вдумайтесь в это. Вот вся эта история, что мы с вами изучаем, она должна очень укрепить нас в вере. Мы выдвинули человека из своей среды, который победил сатану. Наша армия победила. Мы результаты его победы мы присваиваем, верим. Вот подумайте только. Поэтому Лев I рассудил, он должен быть человеком,
чтобы от нас был, от людей выдвинут человек. И должен быть Богом. Поэтому совершенно ясно было для него, что труд искупления требует посредника, среднего между Богом и человеком, и божественного, и человеческого, со страстями и бесстрастного, смертного и бессмертного. И воплощение было актом снисхождения Бога. Но в Логосе он не перестает быть настоящим Богом. Слуга неотделим от Бога. Человечность Христа, он утверждает этот Лев Первый, так вникните, человечность Христа вечная. Скажите, пожалуйста, когда Христос возносился на небо, какое в нем тело было? Прославленное, но человеческое тело. То есть воплощение Христа – это акт, который обратно не разделывается. И Иоанн в Откровении, он пишет, стоял подобный Сыну Человеческому. То есть мы увидим его в теле человеческом. Это все, переваривайте это. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Томас, Льва Первого, Томас – это то, что он написал. Это все письмо, он не был на соборе, это письмо его. Читали его не на самом Халкидоне. Халкидон – это самый главный собор. И, в общем, на этом четвертом соборе вообще кончается наша тематика. Просто останется еще вопрос. Христиане спокойно это будут переваривать, а потом скажут, так, а воли, одна воля или две воли? И возникнет вопрос еще о монофизитстве. Значит, что такое монофизитство? Монофизитство – это утверждение, что у Христа одна только природа и именно божественная. Точка зрения Александрии. Моно – одна, физия – природа, одна. Это монофизиты. И это учение Александрийское, естественно, примется в Египте. До сих пор есть коптская церковь египетская, копты, которые исповедуют монофизитство. Теперь, значит, этот Томас, этого Льва Первого, он высказал, что подлинно божество, этим он отмел ересь ария, арианскую ересь. Если я буду причислять, каждое слово, какую ересь отмело. Четыре ереси были знаменитые, четыре ереси. Подлинное божество против ария. Полная человечность против Аполлинария. Неразрывное соединение в одну личность против Нестории, которая говорила о двух личностях. Природы не смешиваются, это против Евтихия. Это вот те выводы, которые вот, люди, которые их закрыли, сделали? Это когда в письме он определил, я прочитаю еще раз, во Христе две природы постоянно различные. Две природы объединяются в одной личности. Каждый из них исполняет свою функцию в воплощенной жизни. Труд искупления требует посредника, это самое главное, нужен посредник, и человеческого, и божественного, со страстями и бесстрастного, смертного и бессмертного, чтобы вот была рука Богу, рука человеку. Воплощение было актом снисхождения Бога. Бог снизошел к нам, вниз пришел. Но в Логосе он не перестает быть настоящим Богом. Слуга неотделим от Бога. И потом человечность Христа вечная, а отрицание человечности – это докетизм. Это вот было его письмо. Ну, теперь, значит, это отмел ереси. Но по-настоящему ереси еще будут отмечены делегаты
то ли 6, то ли 8 человек, которых заперли и велели не выходить, пока они не циркулируют точно, как эти две природы соединяются. Есть какие варианты предложены? Предложены, что две природы рядышком, как муж и жена, это у них история. Есть предложение Кирилла Александрийского, когда божественная природа поглотила человеческую. В общем-то, одна божественная. Вы понимаете ли? И вот Евтихий говорил про две природы, они какую-то третью образуют, смешиваются. Вот варианты, которые были предложены. А вот это считается гениальным богословским определением, то, что выдадут эти запертые делегаты. Я о нем можно много говорить, но тут четыре слова. Их четыре пункта. Четыре. Значит, неслитные соединяются они. Как они соединяют? Неслитно, непревращенно, одна в другую не превращается. Неразделимо. Нету одной без другой. Разделить нельзя. И неразлучимо. То есть не будет такого времени, когда эти природы разлучатся. Ну, например, как вот Маркелло говорил, в день суда Христос сбросит человеческую природу. Он не сбросит. Он нас встретит как человек и как Бог. И еще раз подчеркиваю, против четырех ересей. Значит, подлинная божественность Христа против Ария. Полная человеческая природа против Аполлинария. Соединены в одну личность против Нестория, которая говорила о двух. Не смешиваются против Евтихия. То есть четыре ереси отвергаются этим его определением. И вот, поэтому, значит, Томас Льва I был против четырех великих ересей IV века. Ереси Арианская, Аполлинария, Нестория, Евтихия. Это все состоялось в Халкидоне в 451 году. Так. Записали, не вот эти четыре определения. А теперь послушайте, какие импликации. Значит, он знаменитое решение такое, так звучит. Со всем согласием со святыми отцами. Так начиналось это определение. Так, собственно, определялись все соборы. Как мы говорим? Мы говорим в согласии с Библией, а там в согласии с отцами. Потому что Библия еще не была так оформлена, чтобы можно было бы ее так исследовать. Она на главы не была разделена, она указаний не имела, ссылок не... Ну, как мы имеем сейчас? Это ты читаешь, и тебе вот так вот открывается Библия. Они не могли на нее ссылаться. Поэтому они говорили во всем согласии со святыми отцами. То есть мы традицию держим. А традиции от апостолов. И дальше утверждает, это совершенный человек и совершенный Бог, единосущный с Отцом. И дальше это новое слово христологии, единосущный с нами. Он той же сущности, что и мы. Он такой же, как мы. Рожденный прежде времени от Отца, еще до времени, а в последние дни для нас и нашего спасения от Девы Марии, Матери Божьей по человечеству. Единородный в двух природах, неслитных, неизменных, нераздельных, неразделимых, с различием природ, неуничтожаемым единством, сохраняющимся владением каждой природой, не делящийся на две личности, один и тот же Сын, единородный Бог Слово, Господь Иисус Христос, как и предсказывали пророки. Теперь, мои дорогие, держитесь за столы. Импликации этого утверждения. Первое. Качества обеих натур могут быть применены к одной личности. Как, например, мы
говорили, что у Христа было ограниченное знание, но мы с вами также знаем, что у него было всеведение. И вот эти вот качества обеих натур могут быть применены к одной личности. Всеограниченность и всеведение, да? Да. Мы видим и то, и мы видим проявление одного и другого. Страдания Бога человека могут рассматриваться как истинные и действительно бесконечные, и в то же время божественная природа бесстрастна. Знаете что, это не такое дождиво. Это как-то в какой-то мере известно человеческому опыте. Я не знаю, ну, естественно, вы историю не изучали, но средневековые мистики, мастер Экхарт, он говорил, самое лучшее – это когда ты имеешь, когда ты сохраняешь внутри самых горьких страданий, сохраняешь совершенное бесстрастие и покой в Боге. Понятна эта мысль нам? Можно это? Можете вы знать это в своем опыте? Дети мои, это надо знать в своем опыте своем. Среди самого сильного страдания у тебя есть точка покоя, точка упования, что это все пройдет, Бог владыка, жизнь вечная, Отец меня ждет в доме своем. Это он такие слова сказал. Самое лучшее, говорит, это среди самого жестокого страдания иметь глубокий покой. Мессер Экхарт, но он много удивительных вещей еще говорил. Где-то мы про него скажем, видимо, перед реформацией, потому что мистики, они подготовили реформацию, так что мы в связи с реформацией мессера Экхарта мы затронем. Евреям 12 глава, да. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который...» Здесь у нас идет неверный перевод. Никакой вместо радости взял крест. У него радость действительно лежала перед ним. Ради этой радости он претерпел крест, пренебрег посрамление. Здесь все потрясающе. Здесь имеется в виду впереди лежащая радость. Это то, что заставило его произнести слово «совершилось». Произошло рождение Церкви. Впереди встреча с нами, мои дорогие. Здесь же говорится о предлежащей радости. Что грело душу Христа? Какая цель была всего этого? Цель была этого – искупление рода человеческого, создание Церкви, невесты, встреча с нами. Мы – его радость. Слышите? И вот эту радость, он знал, что это будет, когда он был на кресте. Это не умаляло его физических страданий, но это давало огромную способность все вынести. Я хочу сказать, что это то состояние, которое способны и мы переживать. И в смертный час наш мы будем твердо знать, впереди Христос, впереди встреча с Ним, впереди радость наша. Написано в Писании, ожидание праведника, что, мои дорогие? Радость. Ожидание праведника всегда радость. Впереди у него всегда радость. Ну и поэтому он претерпел крест, пренебрегши посрамление. Слово «пренебречь» – понятно это? Это пустое. Над ним издевались, и с него сорвали одежды, как бы его там не рисовали красиво. Это был позор. На позорище выставлен. И он это все пренебрег, это посрамление. Ради этой предлежащей радости. Ради все это совершено было с великой целью, с великой наградой потом. На дело рук своих, на дело страдания своего, он будет смотреть что? Он будет с удовольствием смотреть. Его душа будет довольна
с удовольствием будет смотреть, потому что он совершил и он получил столько такую семью, такую любовь, таких друзей. Каждый из нас в течение своей жизни где-то чем-то пожертвует для него, иначе христианина нету. В большом ли, в малом, мы всегда говорим про гонения и про тюрьмы, но ведь разные страдания-то бывают. Какие-то ради него. Есть семейные страдания, которые помучительнее любых общественных. Понимаете ли как? И вот это все он пренебрег посрамление. И имеется в виду предлежащая радость. Перед ним лежала радость. Ну, дети мои, по-моему, можно в восторг прийти от таких вот размышлений. Радость. А? От такой радости. А, что впереди радость. В любом положении. Впереди радость. Да. Так вот, значит, страдания поэтому могут рассматриваться как истинные, действительные, да? Но божественная природа бесстрастна, потому что впереди он не терял из виду. Скажите, как он мог иначе сказать: «Ныне будешь со мной в раю»?